19 веке, он начал возводиться в 1885 году, то есть в конце 19 века. И как бы его инаугурация, и в 1911 году, как бы, была 50 лет, как бы, сначала инаугурация была короля. И вот это все это здание возводили в конце 19 века. Огонь и почетный караул, который болтает между собой. Очень активно. Ну, слушайте, это, конечно, такая махина, это настолько впечатляет. А затучило, а там солнышко, там как будто дождь собирается. Но это просто, конечно. И здесь, главное, вот этот вид отсюда на Рим. Нереальная красота. Тебе нравится? Мы поднимаемся с вами все выше и выше и выше и выше. И мы поднялись с вами на максимальную высоту, куда можно, как сказать, куда пускают, куда вот можно было попасть, но это вообще. Очень сильно впечатляет, конечно. И вид. Здесь можно зайти и вовнутрь. И мы сейчас с вами вовнутрь во всей этой мощи тоже зайдем. Ух, потрясающе.
здесь еще одна смотровая с другой стороны. С этой стороны тоже смотровая. Колизей. Где Колизей? Узнала. Как раз по истории изучали, да? Ах, вот, нет, это еще не максимальная высота. Еще можно на лифте подняться вообще на самую верхотуру. Вот что можно. Ух, я боюсь. На этом лифте туда, под небесье, просится Кристина. Я боюсь. Ну, я и на Эйфелевой боялась, и на Бурдж-Халифе боялась. Жива осталась. Ну, в общем, поедем мы туда. Билет полный стоит 15 евро. Вы знаете, как я дико боюсь высоты. Но эти дети, они же не слушают меня. Им же надо. Пойдем. Ти-ти-ти-ти-ти-ти. О, Господи. Стекло вставай. Встань сюда, чтобы... Держись. У вас, если что, водичкой на меня побрызгай. У меня в сумке, если я упаду в обморок. Я говорю, если что... Ну и пока доставать буду. Что, я еще не падаю никуда. И в каждой стране есть эти башни, на которые надо забираться. И мне вечно везде страшно. Да нет, вроде ничего. Я и на Эйфелевой также сначала тряслась, а потом нормально. Ничего. Квадриги, видишь, это вниз? Смотри. Какой вид, ты посмотри. Так, камера начинает мелко трястись, да? Да, ой, какое здесь ограждение хлипкое. А здесь все в стекле. Ну да, на Эйфелевой были решетки, здесь стекло. Ну, слава тебе, Господи. Боже, нет, это красиво и не страшно. Это красиво и это не страшно. Кристина, ты посмотри. Рим. Рим на ладошке. Пантеон. Пантеон. Я узнала еще там с тех ярусов. Пантеон. Вот туда мы пойдем, в Пантеон. Храм всех богов. Рим на ладошке, Кристина. Не совершенно не страшно. Безумно красиво и не страшно. Ну и саки забирались тоже. Живы остались, ничего. Это я себя уговариваю. Пантеон. Пантеон. Пантеон пойдем. Еще это на фоне горы. И Рим как на ладони. Раньше, я знаю, билет стоил 12 евро. Теперь 15. Ох, ох. Фантастика, конечно. Дождь, как будто черные тучи были-были, потом куда-то сплыли. Ой, боже, это даже дух захватывает. Мы с вами на макушке. На макушке. Козырек-то. Площадь Венеции. Да, да. Ага. А в Париже тоже аналогично. Угу. Да, еще, да. Да.
вами побывали. Вообще. Рим на ладошке, горы, да. Весь Рим на ладони. Вон еще смотровая какая-то, вон видишь? Вон людей сколько. А, да. Это где это? Там форум? Похоже на форум, нет, да. Нет, форум это был здесь. Вот, ну, тут, может быть, еще как-то что-то там. Там люди маленькие, как ты высоко стоишь по стене. Колизей виден отсюда. Колизей отсюда. Вот там и написано «Весь Рим у твоих ног». Да, это точно. Такая высота, что люди, кажется, что не двигаются там вот около Колизея, там толпа. Высота такая. Что-то как-то и не страшно мне сегодня было. Нереальные впечатления. Просто, конечно, голова кругом, восторг. Рукой подать. А только что мы с вами видели его совершенно снизу, да? Вот. Еще выше. Мы к лифту подходим обратно. Сейчас поедем вниз. Там еще по этим длинным-длинным лестницам спускаться нужно обратно. Ну, надеюсь, вам передалось немножко. Это невероятно. Невероятные эти виды. Невероятные. Здесь еще за стеклом вот так можно посмотреть на там, где мы поднимались, там все эти ступеньки. Все вот это здание отсюда. Это как бы самый верх, максимальный верх, и отсюда, оттуда уже идет только сюда лифт. То есть я думала, пик там максимальный, а он вон где, под небесами. Впечатляет, безусловно. Мы спустились на лифте, и теперь мы опять... Здесь еще смотровая со всех сторон, здесь все. Невероятно, конечно. Ребенок счастливый. Побывал на верхотуре. Очень стопки справа, видите? Отсюда. А это была сцена, вот эта сцена была, видишь? Сейчас спустимся здесь. Там ангел. Thank you.
мы с вами спускаемся, получается, с этой махины пешком внутри. Внутри обратно идем на улицу. Поднимались снаружи, да, Кристина? А спускаемся, посмотри, какие здесь произведения, посмотри. Это может быть мозаика вообще? Нет. Как-то раз на улице. Ой. Ой. А все это осталось там наверху. А мы отсюда идем в Пантеон. И вот здесь очень часто стоят вот такие фонтанчики питьевые. Если у вас бутылочка с собой, а у нас с собой. Мы здесь в очереди отстояли, все набирали. Вот мы тоже набираем. Попробуем, какая бесплатно. Она. Бесплатная римская. А то, небось, в аэропорту так 2 евро такая бутылочка. А там бесплатные тоже есть вот такие фонтанчики. В аэропорту, говорят. Да. Только она противная, говорят. Да? Нет. Ну, пробуй. Это противно. Давай мы на тебя попробуем. Ну... Выдержка. Ничего вроде. Ничего вроде. Дома хуже. Если доживет, до вечера. Нормальная вода. Нормальная вода. Так, друзья мои, мы с вами в Риме. Пробку дай. До конца долей. Мы с вами в Риме, и сейчас мы пойдем в сторону Пантеона. Пантеона.